Молодые специалисты общества «Лукойл Западная Сибирь» в очередной раз посетили горнолыжный комплекс «Урман». Для нефтяников из Когалыма, Покачей, Лангепаса такие встречи проходят регулярно, как возможность активно провести выходные и зарядиться энергией на всю предстоящую рабочую неделю. Работает сегодня две трассы. Одна вот эта и еще одна трасса посередине. Александр Швецов – молодой специалист Лангепаснефтегаза. На предприятии трудится 8 месяцев. Оператор по добыче нефти и газа – большой любитель спорта, особенно зимнего. До этого я катался в Ханты-Мансийске. Там учился 5 лет в университете. И там познакомился со сноубордами, начал на них кататься, очень увлекся этим. И поэтому не упускаю возможности зимой прокатиться. Лыжи, сноуборд и тюбинги. Каждый мог выбрать себе развлечение по душе. Молодые специалисты так и сделали. Поездки на Урман традиционно организует правком общества «Лукойл Западная Сибирь». Знаете, это не просто возможность, это благодарность. Я хочу объявить городу Покачи за этот курорт, можно сказать, назвать это курортом. От повседневной будничной суеты это идеальное условие для того, чтобы отдохнуть, перевести дыхание, возобновить силы, скажем так. Лангепаснефтегаз и Покачи дают нам возможность, как молодым специалистам, поприсутствовать на всяких мероприятиях. Это просто супер. Провести время на свежем воздухе рады не только молодые специалисты, но и те, у кого был этот статус несколько лет назад – наставники. Именно они курируют ребят на различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Я не молодой специалист, но ранее была молодым специалистом, да. Поэтому всегда пытаюсь везде, во всех мероприятиях принимать активное участие. Валерия Ружицкая, Константин Цыганенко, Дмитрий Огородников. Наши города.